Улица Панфилова в Алматы уже стала излюбленным местом отдыха для горожан и гостей мегаполиса. С прошлого года ее сделали пешеходной. Отрезок, который прозвали «Новым Арбатом», тянется от улицы Жибек-Жолы до Кабанбай-Батыра. Тут, по задумке архитекторов, разместили современные спортивные и детские площадки, установили фонтаны и многое другое. Но доступно ли все это для людей с ограниченными возможностями? Это и решила выяснить ведущая нашей рубрики «Контрольный визит» Екатерина Парафиева. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Парафиева, и с вами рубрика «Контрольный визит». Наша цель – проверить на доступность различные объекты для людей с ограниченными возможностями. И сегодня мы проверим улицу Панфилова. Как вам известно, в прошлом году она стала полностью пешеходной. Ну что, начнем проверку? Поехали! Сейчас я попробую самостоятельно перейти улицу. Для этого нам необходимо нажать кнопку. Мы без проблем перешли улицу, а теперь можем поехать. Спуска здесь нет. Попробуем ниже проехать. На парковку мы проехали. Давайте поищем парковочные места для людей с ограниченными возможностями. Парковка здесь большая, ищем. О, вот приехали. Вот наша стоянка. Можно здесь оставить машину и легко доехать до Панфилова улицы. Так, здесь нам нужно спуститься, но спуск у нас слишком крутой. Так, давайте попробуем помощь. Можете помочь, пожалуйста? Так, поехали. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 10 градусов, как и у пандуса. Ширина не менее 90 сантиметров. В мировой практике бордюр понижается до нуля, чтобы исключить все препятствия на пути движения людей. Рекомендуется устанавливать хотя бы пониженные бордюры высотою в 2,5 сантиметра. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезжей части. Реконструкция этой улицы, она не только эта улица, но и есть еще ряд сопутствующих, это Кабанбай-Батыра, Тулеби, там была площадь Астана, соединение с Панфиловой, это создание такого ядра пешеходной зоны. И основной принцип этой пешеходной зоны – это создание более комфортной и безбарьерной среды. Мы требуем со всех застройщиков, чтобы они соблюдали эти требования. Улица Панфилова у нас одна из примеров для того, чтобы мы должны создавать такие элементы. Будем стараться сделать весь город безбарьерным. Мы все одинаковые, неважно как. Просто мы должны друг друга понять и друг другу помочь. Вся наша задача вообще по формированию города Алматы – это создать его удобным для всех. Неважно, кто он, и в каком состоянии, или какой он категории, или какой, как говорится, какого возраста, даже дети. Здорово, здесь есть даже детская площадка, можно поиграть с детишками. О, здесь даже есть спортивная площадка для любителей активного образа жизни. Так, попробуем. Опа! На улице Панфилова установлены также оригинальные фонари освещения, необычные формы скамейки, авторские малые архитектурные формы. Ну что, проверка пройдена. Это была улица Панфилова. Хорошая атмосфера, веселое настроение, доступная среда. Хочется, чтобы таких улиц было у нас в Алмате как можно больше. Это была рубрика «Контрольный визит» и я, ее ведущая Екатерина Парафиева. Увидимся в следующих выпусках программы «Народный контроль». До свидания.